В Москве во вторник, в День народного единства, прошла массовая акция «Мы едины». Она началась шествием по Тверской улице, а завершилась митингом на Театральной площади. В шествии приняли участие десятки тысяч человек. На митинге выступили лидеры политических партий, другие ораторы. Более 2000 человек приняли участие в русском марше, который прошел в московском районе Люблино. Согласованный с властями марш прошел по улице Перерва до станции метро Братиславская. Никаких серьезных инцидентов в ходе мероприятия не зафиксировано. Русские должны показать себя русскими, что они хозяева своей стране и на своей земле, а не кто-то другой. И чтобы те люди, которые к нам приезжают, чувствовали здесь себя гостями и относились к нам уважительно. Мы вышли защищать свои права, естественно, права, которые у нас в Конституции прописаны. Ну, еще параллельно как бы мы поддерживаем борьбу украинского народа, потому что это наш славянский народ. И мы очень рады, что они свергли Януковича. В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Праздничная дата появилась в России в памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от иностранных интервентов.